Всем ассаляму алейкум, братья мусульманы. Сегодня хочу записать видео на русском языке, так как в интернете появились блогеры, которые разжигают такие, как всякие розни между христианами и мусульманами. Но может он не хочет этого делать, но по его видеороликам что-то я чувствую неискренность. Например, я вот сейчас вам покажу пару видео его. Кирилл Шучер. Он вроде кореец, как я понял. Сейчас посмотрим пару роликов, и я расскажу, что я думаю по этому поводу. Ассаляму алейкум, всем привет. Попробуйте угадать, кто изображен у меня на фотографии. Поехали. Кто изображен на этой фотографии? Человек. Подсказка. Оратор. Прекрасно. Проповедник. Еще лучше. Это Закир Найк. Слышали? Нет. Это мусульманский проповедник. Входит в топ самых влиятельных мусульман в мире. Знает наизусть Коран. Я поняла. Спасибо большое за полезную информацию. Не знаю сейчас. Мусульманский оратор. Тут вы понимаете, он может хочет развивать ислам, но он неправильные информации, неправильные подходы тут он делает. Вот. Вообще, это парень Кирилл Шучер. Вообще, были проблемы с таджиками у него. Вот. Он как-то трогал, что ли, эту таджишку. И таджики начали преследовать его. Вот. Он все время убегал от таджиков. А вот теперь начал снимать такие видео. Это из-за чего? Из-за того, что многие таджики, мусульмане, когда он убегал от мусульман, очень много стали его просмотры, комментарии. И он очень хорошо начал зарабатывать. И после этого начал снимать видеоролики про ислама, про наши пророки. Вот. Поэтому вот тут он говорит, что про Закир Найка, но он не только знает наизусть Коран. Закир Найк знает наизусть Библию всю. Книги иудаизма, книги буддизма, книги индуистов, там все религии он знает наизусть, но он сам следует ислам, религию ислам. Он неполную информацию дает людям, и он специально подходит к не мусульманам, подходит и задает такие вопросы. И в комментариях идет всякие ругания между мусульманами и христианами. Следующий перед тобой видео. Девушка. Можешь, пожалуйста, оценить ее внешний вид? Какие чувства вызывает? Приятная, красивая девушка. Здесь девушка? Вот. Не знаю. Тут пауза. Это его девушка. Вот эта вот в коротких юбках. Она стоит, а он задает вопрос. Говорит, посмотри на мою девушку. Говорит, оцени. И он сам одет мусульманскую одежду. Как это можно понять? Он сам одевает мусульманскую одежду и свою девушку показывает этому парню и спрашивает, оцени ее внешность. Так ты, если хочешь принять ислам, ну, если ты поверил, что ислам истина, да, ты почему ты показываешь людям свою девушку?